Как в регионах Северного Кавказа реализуют национальные и федеральные проекты, обсудили на заседании Совета при полпреде президента России в СКФО Александре Матовникове. Участие в нем приняли главы Северокавказских республик. Всего в СКФО реализуется 329 проектов с общим объемом финансирования более 69 миллиардов рублей. Ведется строительство, реконструкция и ремонт более 1200 объектов на общую сумму свыше 45 миллиардов рублей. Главы регионов рассказали о реализации национальных проектов на их территориях и поделились сложностями, с которыми сталкиваются. Напомним, Северная Осетия участвует в 50 из 67 федеральных проектах, которые входят в состав национальных проектов. Благодаря всесторонней поддержке федерального центра в регионе возводятся и реконструируются социально значимые объекты – школы, детские сады, учреждения здравоохранения и культуры, спортивные сооружения. Значительные объемы финансовых средств направляют на дорожное строительство.